Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Снимаю свой сюжет из нашего сада. Напомню, наш сад. Мы здесь посадили 38 яблонь, 5 груш и 42 лещины, орешник. Вот в этом году у нас уже прошел год с небольшим, как мы его посадили. Вроде бы все выжило, все цветет. Единственное, что зимой зайцы пооткусывали ветки, которые не были в снегу. Я их закапывал, но недостаточно высоко, потому что снега было мало. Что смог, то нагреб. В результате частички веток у нас торчали. В этом году у нас 20 марта произошло горе. Погиб мой брат старший, с которым мы вместе садили этот прекрасный сад, начинали наше дело. Очень большое горе, очень нам это все тяжело далось. Из-за этого я в марте долго не снимал видео. Здесь уже надо скашивать. В общем, я хочу назвать этот сад именем своего брата. Этот сад будет называться именем Пьянкова Кноль Сергея Павловича. Он был очень хорошим человеком. Жалко, что погиб так рано. Ему всего было 42 года. Ну, что делать? Жизнь продолжается. Будем жить дальше. Как-то стараться выживать без него. Будет нам тяжело, конечно. Но что сделаешь? Ничего не сделаешь. В общем, отныне этот сад носит имя Пьянкова Кноль Сергея Павловича. У нас погода сегодня плохая, дождь моросит, на небе вот все пасмурно, и с утра льет дождик, мелкий такой противный, мерзопакостный дождик. Ну вот, обзор нашего сада. В принципе, все яблоньки выжили, в этом году даже цветут. Но в том году у нас тоже было два яблочка. Было два яблочка на одном деревце. Было три изначально, потом одно отпало почему-то. Осталось два, хотя мы в том году посадили. Но в том году была тоже дождливая погода все лето. У нас даже палки, которые мы подвязывали наши деревья, стали прорастать. У нас здесь везде были веточки. Вот, вот можно по этой палке увидеть, что там были ветки. Вот. Это у нас березка дала в том году новые побеги из-за того, что была влажная погода. Вот, надо уже все убирать. Это все затягивает. Займусь этим вопросом. Приду, скошу всю травку. У нас идут грибочки, маслята. Поэтому я попутно еще собираю здесь маслята. Вот это у нас орешник. Надо тоже все прибирать. Вот орешник почему-то плохо как-то вышел. Мало листиков. Но, тем не менее, все равно орешник растет. Листики есть. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был я, Виталий.